На ринге четвертый бой. Финал весовой категории 64 килограмма. В красном углу кандидат в мастера спорта Вадим Самель, Осташков, Тверская область. Вадим Щёлкин, Ленинград, тренирует с руководством Артёма и Анатолия Соловьёва. В синем углу кандидат в мастера спорта из Рязани Василий Темнов. В 78 боях Василий одержал 64 победы. 6 лет тренируется под руководством Игнатьева и Смирнова. Рефери этого боя – судья международной категории Алексей Павлов, Орловская область. Приглашается на свое рабочее место бригада ринго-ремонтников, ринго-укладчиков. Секунды за ринг. Второй раунд.
Приготовиться пятый парень Николай Смоленев, Халид Ягудзадай. В этом бою победу. Первое место во всероссийском турнире класса по боксу в памяти Виталия Николаевича Карелина. И право на присвоение звания мастер спорта России по боксу завоевал боксер красного угла Вадим Саумен. Остаток Александра Борисовича.